Всем привет! Сегодня я вам покажу квартиру, в которой живу уже полгода. Расскажу, как я нашла эту квартиру, сколько я плачу в месяц и какой был депозит. И устрою для вас небольшой рум-тур. Приятного просмотра! Мы заезжаем вот сюда. Ну что, пойдемте, я вам сейчас покажу квартиру, в которую я недавно переехала. Хоть я вам не буду сообщать. Заходите. Начнем мы отсюда, потому что свет падает с этой стороны, оттуда будет очень темно. Это у нас зал. Здесь диванчик, столик и телевизор. Пойдемте дальше. Здесь я делаю уроки и кушаю с подружками и друзьями, там все дела. Здесь кухня. Вот какая-то такая маленькая кухонка. Сейчас я покажу комнату моей подружки. Заходим. А, кстати, у нее тут дверь не закрывается. Да, потому что она себе решила выбрать огромную кровать. У нее очень маленькая комната. И, кстати, стой. Вот сейчас направь его вот сюда. Я вернулась. Ладно. Сделаем вид, что мы закрыли комнату. Так, сейчас я вам покажу еще ванную комнату. Ну, она, в принципе, тоже нормальная. Вот. Все. Напоследок моя комната. У меня она чуть-чуть побольше, дверь у меня тоже закрывается. Вот. И как-то так она выглядит. У меня вот такой шкаф. Здесь мои вещи все. Я, кстати, не знаю, у меня, мне кажется, слишком много вещей за 2 месяца пребывания в Корее. Вот. Ну, на этом не все. Сейчас я вам покажу одно секретное место. Ну, как сказать, секретное. В общем, вам там понравится. Пойдемте. Мы поднимаемся. Па-бам! Просто посмотрите, какая здесь красота. Ну что, пойдемте погуляем. Мне кажется, здесь весной просто отпадно. Да, беседка. Здесь даже можно спортом заняться. Да, для мужчин здесь самое то. Еще одна беседка. Вау, ветер какой. И здесь, в принципе, все то же самое, что и там. Там тоже, кстати, милика. И сейчас я покажу вид. Это просто нереально круто. Ну что, поговорим о ценах Кореи. За эту квартиру я плачу 1 200 000 вон. Это примерно 1100 долларов, 1200. В рублях, наверное, 60-70 тысяч рублей сейчас. И также я заплатила 10 миллионов вон депозит. Это примерно 10 тысяч долларов. Наверное, 600 тысяч рублей. Да, в Корее такие депозиты. Итак, начнем с того, какие варианты можно рассмотреть здесь. Здесь можно снять комнату, называется кашевон. Она очень маленькая, там просто кровать и стол. И такую комнату можно снять без депозита и платить всего лишь 300-400 тысяч в месяц. Это примерно 300-400 долларов в месяц. И никакого депозита. Также есть комната, которая чуть больше. В этой комнате свой туалет, душ, мини-кухня. В общем, она небольшого размера, и там есть все. За такую комнату примерно будет выходить 500 тысяч в месяц. И также нужно будет заплатить депозит, наверное, где-то 2 миллиона. Это 2000 долларов. И последнее, это мой вариант, это апартаменты, у меня 2 комнаты и зал большой, и также кухня вон, вот, и здесь есть все. И поэтому в таких квартирах всегда будет депозит больше гораздо. Депозиты начинаются от 5 миллионов примерно, и получается, чем больше платите депозит, тем дешевле вы будете платить каждый месяц. Как найти эту квартиру? В Корее на самом деле очень просто. Можно просто приехать в любой район, заходить в такие мини-офисы, и там риэлторы. Они работают совершенно бесплатно, вам находят квартиру, вариант, который вам нужен, и вы просто платите за квартиру, вносите депозит и можете жить. Риэлтору вам ничего не нужно платить, это делает уже хозяин. И последний вариант, если вы только летите в Корею, еще вообще ничего не знаете, как что найти и так далее, то единственный вариант, как мне кажется, это
Фейсбуке каких-нибудь группах или Airbnb, либо просто каких-то знакомых, найти какой-нибудь групповой чат ВКонтакте, либо где-нибудь списаться с людьми, которые уже здесь живут, и если вам помогут, то, в принципе, несложно. Просто приехать и снять на первые 2 недели, и дальше уже будет легко найти любой вариант. Забыла, кстати, сказать то, что моя квартира находится не в Сеуле. Я живу в 40 минутах от центра Сеула. До Каннама ехать мне 30 минут, до Хонде минут 45, до Итэвона минут 45. Как вы поняли, чем дальше у вас квартира, тем она лучше, больше и чуть-чуть дешевле. Я решила, что почти под каждым видео я буду разыгрывать подарочки, чтобы вас радовать и чтобы вы радовали меня. Поэтому, если вы досмотрели до конца этот ролик, оставьте любой комментарий с зеленым эмоджи. И среди этих комментариев я выберу одного человека и отправлю подарочек. Какой подарочек? Будет секретом. И обязательно посмотрите эти 2 видео. Всем пока-пока, увидимся!